Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на посудомоечную машину DeLonghi DDW-S09S Citrino. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Посудомоечная машина DeLonghi DDW-S09S Citrino относится к узким, ширина всего 45 см. Одна из корзин регулируется по высоте, для столовых приборов предназначен отдельный лоток, имеющий мелкоячеистые стенки, даже маленькая вилка или десертный нож не упадут внутрь камеры. Посудомоечная машина DeLonghi DDW-S09S Citrino – отличный выбор и будет достойной покупкой. Максимальная вместимость составляет 9 комплектов, устройство собрано в Италии. Посудомоечная машина DeLonghi DDW-S09S Citrino за один рабочий цикл расходует 9 литров воды и 880 ватт-часов. Прибор дополнен дисплеем, сенсором чистой воды и удобным таймером отсрочки запуска. Сушка посуды проводится естественным конденсационным методом, но можно воспользоваться функцией дополнительной сушки. Оборудование DeLonghi DDW-S09S Citrino с 6 программами выполняет стандартную, быструю, экономичную, интенсивную и деликатную мойку, дополняется режимом половинной загрузки. Также имеется специальная программа для чистки кастрюль. Конструкция дополнена защитой от протечек, индикаторами соли и ополаскивателя, системой блокировки от детей. Вы можете включить подсветку камеры, отрегулировать положение корзины для посуды по высоте и использовать средство 3 в одном. Секрет качественной мойки не только марка моющего средства или материал корзины, но и правильная раскладка посуды в корзине. Тогда будет происходить правильное распределение потоков воды и расход моющего средства, также это влияет на продолжительность цикла. DeLonghi DDW-S09S Citrino оснащена современной турбосушкой, которая гарантирует качественное высыхание без разводов даже на стекле или пластике. Еще одно достоинство модели – инновационные функции и опции. Среди них для повседневной эксплуатации пригодятся Hygienic Rinse, ополаскивание при высокой температуре хорошо дезинфицирует посуду детей или аллергиков, Massimo Clean для самых грязных кастрюль и тарелок. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел среди них несколько отрицательных. Простоват дизайн. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Отлично моет. В меру тихая. Хороший функционал, подсветка, дополнительная сушка. Есть защита от детей. Стоит индикатор наличия соли. Отличная сушка. Много программ. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!